Всегда рада здесь присутствовать. В этот раз мы попробовали внедрить наших спортсменов из Санкт-Петербурга, из нашей школы, выступать за город Невинномысск, Ставропольский край. Также совместная команда пробует занять места для будущих фигуристов, чтобы у нас было не по одному месту, где какая-то зона, все плохо понимает. Но чтобы у детей была возможность, скажем, по два спортсмена выезжать на такие серьезные турниры. Я вижу очень много положительного. Очень развивается город и Ставрополь, и Невинномысск. Вообще его и не узнает, в принципе. Очень такой красивый город с хорошими архитектурой, красивыми парками. В общем, мне очень нравится. И мы даже не ощущаем себя, что какой-то маленький город. То есть это такой уютный городок, в котором очень приятно проводить время. Очень это коммерчески настроено все фигурное катание. Требует больших вложений родительских, не только там федерацию. Да? Мы решили начать с малых городов и покорять большие вершины. Или добывает места для спортсменов, чтобы больше спортсменов поехало на тот или иной турнир. Но сейчас чаще, уже 3 раза в год у нас, кроме сборов. А так каждый год, а нет, еще на Кубок Бережной, то есть уже 4 раза в год. Видимо, оно продолжится, надеюсь, что совместные усилия приведут к хорошему результату. Но год назад я была не выездная из Санкт-Петербурга, потому что мне не было даже времени на это. Теперь я выезжаю в Ставропольский край. Все-таки ставропольчанкой вас можно считать. Придумали эту историю и попробуем, что у нас этого получится.